Ви сьогодні, в принципі, вгадали замінами і, мабуть, раділи після цих голів, що ця тренерська задумка спрацювала. Так складывалась игра, да, во втором тайме соперник начал владеть инициативой за счет длинных передач по ветру, и наши игроки не справились, скажем так, с перестройкой, которую провела команда соперника, и доставили нам определенные проблемы. Но я рад, что вот замены, которые мы сделали, усилили игру, и в результате мы 3-0 выиграли. Горбач, 15-річний нападник, забив двічі поспіль, але й не забив, мабуть, сьогодні ще більше, ніж мав. Ну, радує те, що у цього гравця є потенціал, і він створює, він знаходиться там, де потрібно знаходитися. Те, що реалізація немножко підводить, ну, в силу возрасту. І так, молодець, забив, і моментів багато було. Я думаю, що прогрес буде, і будемо працювати з ним. Чи не було проблемою поле, все-таки ви на траві грали останні матчі? Ну, я считаю вообще, что такие поля нельзя принимать, потому что они и по своему размеру меньше, и по качеству не очень хорошие. Поэтому то, что мы на траве работали, команда соперника, мы предлагали сыграть на натуральном поле, они не согласились, сказали, что у них единственный шанс с нами отобрать очки у нас, это сыграть здесь. Так у вас достойное давление оказалось? Да, мы знаем, что у них ряд игроков привлекли с дублирующего состава, так как они пропускают сегодня тур. И хорошая боевая команда, но мы «Динамо», и в любом случае такие команды, как «Олос», мы должны обыгрывать и не только по счету, но и в плане организации игры, да, и по результату. Горбач, за фактично зі 16, будете ще дивитися там 17-16-річні футболісти, які ще не потрапляли до вас, бо ми не грали, але сезон ще триває. Ну, у нас є ще академія, яка участвує в ДФЛУ, тому якщо ми їх обезоружимо, взагалі заберемо всіх ігроків, то в них там ніхто не залишиться. Але всіх ігроків ми контролюємо, ми розуміємо, хто там у нас є. Зараз там, в связи с эпидемией школа закрыта до 3 апреля. Сейчас ряд игроков будем привлекать еще в тренировочный процесс, будут работать всю 19. Ситуация Ваната давно мы не бачив на поле. И... Ванат уже начал работать с мячом индивидуальным тренером и на следующей неделе уже пойдет в общую группу. Не все удалось, то, что хотели, то, что планировали. Начало первого тайма было хорошо, а уже в конце подсели, и второй тайм не получился, я считаю. Ты забиваешь во втором матче подряд. Ты чувствуешь, как ты уже переходишь на юношеский уровень? Да, конечно, тут намного тяжелее. Тут совсем другие скорости, но тренера и партнеры мне в этом помогают. И я делаю свою работу, я нападающий, я должен забивать голы. Показалось то, что Колос достойное давление, да? Да, тут на этом уровне уже все команды показывают достойное давление. Все хотят выиграть у нас. И, ну, мы должны брать класс.